небольшая зарисовка из города. У нас тут раскопки. О. Такой газон и дерьма кусок огромный. Много воды спускают. У нас дождей, ну, реально очень много эти дни. Сейчас прохожу возле этих пожарной станции. В общем, видите сами, по идее, как бы начало сезона. Все-таки, как бы там ни было, но начало, да. И такие раскопки, причем затор на дороге. Это вот по всей вот тут, по длине, дальше. Все-все-все вот это вот как проходит. Это все там поправляется, целая улица. Здесь покосили, так приятно. Школа с новыми фасадами от еврофондов. Сейчас дочку отвозили к подруге и съехали с дороги. Ну, такое место я, в общем-то, никогда... Знаете, как вот бывает центральное место, там село, деревня. И между ними. И спустились через одно село. Я никогда там не была, в общем-то, не проезжали. Я так обалдела, столько мест, столько вилл, новых домов сделано. Старых, красивых много. И очень большой такой, такая деревня огромная, просто невероятно. В общем, так вроде смотришь, лес, лес, глухо. Здесь вот смотрю, подождите-ка. Вот они как сделали фасад и засадили новые деревья в саду. По-моему, где-то получается с год назад. Прикольно тоже выглядит. В город сегодня вообще не хотела. Вообще не было никакого желания. У меня иногда бывает такой мандраж. Как бы вроде я и снимаю, да, там с камерой бегаю по городу. Я когда-то вот рассказывала, там в сериалах я снималась. Статьи, рекламы. Но вообще у меня есть такая... Ой, да им тут и площадку сделали, так прикольно. Но это прям вообще новенькое. Я не так давно была, не видела. Классно. Девчонки спортивные. Короче говоря, это... Бывает у меня такой вот... Ну, скажем так, панические атаки назовем. Но там такие, знаете, мне кажется, категории есть. И, в общем, прям не хочется выходить. Тошнить начинает, живот сводит. Не хочется вообще на люди, не хочется вообще вот прям выйти, не хочется никого видеть. Прям такое давление на себе ощущаешь. Но погода хорошая, кое-что надо в городе сделать. И у нас это ярмарка цветов в центре. Да и вообще, посмотрите, как в городе не были. Я не была уже, наверное, недели две, мне кажется. Прошлые выходные знаю точно, что мы... По-быстрому заехали в магазин перед закрытиями в воскресенье. И то у нас там вот в Новом Винодольском, где там 3 человека, почти никого не было. Хочу посмотреть вообще, как ситуация, что происходит. Каждый раз вот горло сводит, начинаю немного больше, дольше говорить. И это... Посмотрю, поснимаю, может, какие-то вести еще более-менее такие. Позакидываю. И сниму, что там на этой ярмарке. Но, скорее всего, я это выложу отдельным роликом. Как обычно, там цветочки, всякие штучки под музыку. Потому что снимать не буду перед продавцами. А то это... Постоянно кто-то болтает, или музыка, или кто-то там перед камерой суется. Ну и вообще так, чтобы не было стресса ни мне, ни людям. Ладно, сейчас я выключусь. А потом уже, наверное, с пляжа... С новостями зайду.